Девушка, а почему у вас ноги такие кривые? А это чтобы мужики уши не натирали. Ой, сказочница, блин, небось, со вписки пришла, да? Которая ночью была, вот и ноги такие колесом стали. Ребята, всем здорово, Саныч на связи. Ну, я понимаю, конечно, что чаечки думают, что это такой вот, знаете, пошленький такой вот юмор, как бы, да, но он далеко не однозначный. Человек, который гораздо юморнее и пошлее, он на эту ситуацию может гораздо больше ракурса наложить. Ну, тут то же самое, что я сказал, как бы, да, вот, ну, она подумала, что, типа, чтобы мужики уши не натирали. Я сказал, что, допустим, она пришла со вписки, там, как бы, и там ее... В общем, вы понимаете, как бы, да, как бы, ну, это не оскорбление, как бы, ну, сам смысл. Просто что, смысл к чему сходится? Чаечки себя вот так вот дискредитируют, да, вот таким вот образом, да, вот, а потом хотят, чтобы там их уважали, там, как бы, там, и замуж брали, конечно, под венец вели, самое, кто-то, прямо на фате такая вся, вот, да, вот, вся, фла, я же достойна женского счастья, да, не вопрос, достойна, конечно, как бы, ну, так ты тогда веди себя, то есть, ну, я считаю, вот, всерьез считаю, ребят, я не осуждаю таких вот чаечек, которые там пошлят, допустим. Нет, почему это ее право? Это ее жизнь, пускай пошлит, как бы, да? Но чаечка, которая хочет, чтобы ее в перспективе, допустим, взяли замуж, вели под венец, вот там и так далее, да, вот. То есть она должна соответствовать этому до этого еще, до этого события, да, как бы. Ну, я прекрасно понимаю, что у нас вот этих вот баранов ходит по улицам просто, я не знаю, нечетное количество. Они возьмут ее и после 15-го, там, Вазгена, там, и там, Семен Петровича, как бы, там, им похрен, и поведут под венец, как бы, да, вот. Ну, ребят, общество такое у нас.